Мой однокурсник Олег Русанов, который в Сторожевом, я там не знаю, где он сидит, вот он летал, ну, сначала мы вместе на Як-40, потом он летал на Ми-8, вот, забрасывал у нас с товарищами, с однокурсниками в тайгу за орехами, там за клюкой, в общем, интересно такое время было, когда мы летали на Ан-24, можно было утром улететь в Стрижевой, ну, я имею в виду пассажиров, вернее, зайцев, целый день там проходить, собирать 2-3 ведра грибов, вечером вернуться так же. То, что можно было зайти в кабину, вообще ни у кого вопроса не было. Чтобы летчику нельзя было зайти в кабину, вот как это сейчас, да? Сейчас думаешь, все-таки мы жили и работали реально в счастливое время. Правильно, Леш. Толмачево, Стрижевой, Нижневартовск, запасной, по заданию 2700, пассажиров 42. Командир летит вперед, связь ведет второй пилот. Николай шасси убрал и уснул давным-давно. Мы набрали 6600, подключай автопилот. Сам летает самолет, ну и пусть себе летит. Командир журнальчик взял, повертел, перелистал, карандаш потом достал и стал разгадывать кроссворд. По расчету 2.05, время некуда девать. Если б я умел вязать, я б связал себе носки. Я заполнил бор-журнал и газетку почитал, и затылок почесал, чем заняться бы еще. Командир сегодня горд, разгадал он весь кроссворд, там ему советский спорт, там еще кроссвордик есть. Николай спокойно спал, вдруг чего-то застонал. Очевидно, снится сон про несчастную любовь. Мы летели, как всегда, только врали привода. В результате все равно прилетели в Стрижевой.